чемпионат Республики Беларусь по вертолетному спорту. Старший судья по упражнению полет на точность Грищенко Александр Николаевич. Вот раньше был участником, сейчас судьей. В соревнованиях участвуют 4 экипажа. 3 экипажа из Витебска, Витебский аэроклуб, и один экипаж Минский аэроклуб представляет. Вот. И один из них же один экипаж, чисто женский экипаж. Минский экипаж смешанный, то есть мужчины и женщины. Виды программы – это полет на малой высоте, полет на точность. Следующее упражнение – развозка грузов. Оно... Один из самых зрелищных полетов – это полет по слалому. Вертолет подлетает к бочке, оператор набирает воду, проходит 6 ворот туда и обратно. Вот и постановка на стол, на точность.